В выходной ясный день в городском поселении Монино собрал большое количество жителей. А поводом стали два значимых события – день поселения Монино и день авиации. Сотни горожан, которые пришли на праздник, отзывались о нем с восторгом. Прекрасно, настроение замечательное. Сделали все просто на высшем уровне. Лучше, чем, наверное, когда-либо. В этом году поселение отмечает свое 89-летие. История Монино неразрывно связана с отечественной авиацией. Отсюда начинали свой путь великие летчики и космонавты, подарившие славу Родине. Именно здесь расположен знаменитый музей военно-воздушных сил России. Сегодня Монино открывает новые страницы в своем развитии. И одна из главных задач – комфортная жизнь для местных жителей. Этим целям служит губернаторская программа по восстановлению бывших военных городков, действующая в поселении. Сейчас это поселение начинает ощущать огромный подъем. Этот подъем осуществляется в том, что у нас много работ по благоустройству. Сейчас капитально ремонтируется дом офицеров. Вы знаете, что возобновилось строительство регбийного центра. Можно много перечислять. Это детские площадки, это отремонтированные подъезды и так далее и тому подобное. Сделать нужно еще очень много. На официальной части состоялось торжественное награждение ветеранов военно-воздушных сил. Посвятившие всю свою жизнь авиации, они были по праву удостоены знаком почета за заслуги перед городским поселением Монино. Празднование прошло с широким размахом. Жители ждали веселые конкурсы и массу увлекательных мероприятий. Работали игровые площадки, аттракционы, мастер-классы, картины и фотовыставки. Рядом со сценой расположился кружок авиамоделирования, действующий на территории поселения с 1965 года. Удивительные радиоуправляемые модели самолетов приковывали взгляды отдыхающих. Очень понравилось, да? Молодцы. Да. И детям хорошо. Всем хорошо устроили. Организовано очень хорошо. Очень хорошо организовано. Для отдыха все прекрасно. Прямо сейчас за моей спиной проходит музыкальный концерт с участием ансамбля «Песни и пляски» Воздушно-космических сил России. Музыкальное сопровождение праздника также обеспечивал Щелковский духовой оркестр. Поздравили жители и приглашенные звезды отечественной эстрады. Атмосфера отличного настроения ощущалась повсюду. Администрация поселения постаралась сделать так, чтобы этот день запомнился каждому. Я желаю, чтобы те веселые песни, хорошее настроение, которое творится, здесь было всегда круглый год и ежедневно. Лилия Дворецкая, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».